Эдвард, вы где? На попадальный риф. Потом едем на нас. А, повтори еще какой там центральный риф, да? Дальний риф и потом мало. Где старший состав, господа? Вот это интересно. Оп, оп. Поверьте, там 4 человека остались, я им сказал, приедете. Сейчас нас будут походить до времени. Угу. Вот уже маски мне кидали. Эдмонд, иди нам помоги. А, не, мы сами соберем. Короче, забегает бандос, начинают собирать сразу его из всех орудий. Давай, собирай, прикроем. Грузитесь в машину, едем на молодцы. Да, только одни не едьте, пожалуйста. Собираем все колонны, объекты убираем. Да,
Объекты. Что он сделал? Собирайте объекты, едем на Манас. А, он ган. Он ган подобрал, чешу. Нет, он нарк. Поехали. Давай подождем все машины и выйдем через одну. Эдмон, забирай. Тут СФПД машина. Неплохо. Собирайтесь в тачке. Всех садите. Прыгайте в сватовозку ЛВПД. Вот у ЛВПД машина полностью, там один человек сидит. Полностью свободная машина. Все, приехали. Остальных ждем. А, ну ладно. Там кто-то вон остался. Там, а, подберите с этого младшего сержанта, сержанта с ФПД. Соберите у кого-то машины. ЛСПД машина. И ЛВПД. Тут еще ЛВПД один человек. Два человека осталось. По-хорошему не надо так вот. Вот видишь, что там люди не понимают. Я понимаю. Подожди. Они тупые, они спецрацию не подключают. Не могу с этим ничего поделать. Там остался еще этот старший состав, его походу убили. Эдик, по-хорошему не надо так вот бросать всех, надо ждать каждого, пока кто сядет. Потому что мы так один раз уже... Вчера была облава, но я проводил. И мы вот так выехали с малого Ацтека на большой. Хотя тут 2 метра, казалось бы, да? Но нас раскидали, потому можете, что... Можете, пожалуйста, машину подогнать к мосту? Там кстати, рядом. Сейчас подъезжу. Да, да. Потому что вот... Все у нас машины забиты. 4 человека. Мы в прошлый раз не подобрали. Прайда тут случайно нет? Нет. Прайда тут случайно и не должно. Слава богу. А что правильно? Аля, у меня он с этими проверками тупо надоел. Знаешь, вот когда... Ты ему сказал, индивидуал... что у нас... Не, помнишь, когда индивидуалка? Он, короче, походу из-за этого обиделся и начал теперь прям какие-то жесткие проверки делать. Ты ему сказал, что у нас спецоперация, и идите вы все нафиг. ФБР главнее, чем какой-то правильный. Все претензии к ФБР, а пойдет к нам с нам с претензиями, ну, просто ничего не скажет. Эдик, поворачиваемся.